Justin taking it, picking up Carlos Alberto. Carlos Alberto. Clodoaldo is going over to join him. But Gerson is free in the middle. Gerson. That's a good ball to set the left side going now. Everaldo. Жерзиньо. И вновь Факетти против него. Жерсон освобождается, бьет, гол. Вот она, левая нога Жерсона. Опять рискнул терминологию другого вида спорта применить теннисную. Подача уходящая, безумно трудный для Бертози мяч, закрученный от вратаря и очень плотный. Вытащил Жерзиньо Факетти на себя, увел штрафной.